Так, Арсений Селезнев, зверобой, собирал яички, а тут оказалось... папаша вышел, а вон он там, вдалеке. И тут начались массовые драки, но сейчас будем посмотрим, что там произойдет. Кто там кого бить будет. Не успел я. Вечно кто-то кого-то бьет. Возможно, вот это белое чудо с черным пером в хвосте. И вот это. Такие длиннолапые. Ага, вот он погнал всех. Ну, в общем, вот это длиннолапое, это что-то бойцовское получилось. Вот тоже у меня две таких. Думал, что это курочки, но сейчас непонятно, курочки, не курочки. Вот запрыгнул наверх. Так, вот второй петух у нас, такой крупный. А это старший, чуть поменьше в габаритах, но он все равно всех гоняет. Работа у него такая. По крайней мере, вот они так бегают, суетятся. Это петух гоняет петухов. Ага, вон там один посередине залез, думает, что он спрятался. Вот. Не туда выбежал. В общем, попадает. Так, там кормушка страдает жестоким образом. Постоянно ее кто-то дергает. Придется еще как-то снизу крепить, что та красная кормушка. Постоянно в нее скачут почему-то. Зачем в нее скакать? Нельзя обойти. Ну да ладно. А вот девчонки тут питаются себе. Я принес салат, капуста, внешние листья, немножко тыквы или гарбуза. Ну, мешанки добавил и с предыдущего, то, что там оставалось, картофель и горох вареный, ореховая дерть или, в общем, как-то по-другому называется. Вот петух ходит, круги нарезает. Кур он не гоняет пока. Даже молодых он уже не гоняет. Вот рядом стоит молодая. А петушков как-то отличает и очень сильно их недолюбливает. Вот. Вот бригада. Три петушка сверху, уже два петушка. И вот это непонятно что. Что-то длиннолапое чудо. Так что, в принципе, все правильно. Петухи очень много съедают. Вот они приходят, начинают за оба клюва закидывать, а курам ничего не остается. Курам же надо яички нести. Арсений Селезнев, зверобой. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!